Всем привет, сталкеры! Наконец-то я нашел заряды Везувия Альфа. Не артефакт Везувия, а именно заряд, извлекаемый из этого артефакта. Вот, мне он был нужен для... Я вот бегаю, да, в ШИС прикупил куртку, башку и в джинсах в черных. Нету штанов, короче, нигде. И посмотрел у штопора на Тунгуске, можно поменять эти штаны на 3 заряда Везувия Альфа, короче. Вот я нашел. Сейчас возьму, поменяю. Вот, Везувий Альфа заряд, да, осталось заряда на 6 дней. 2 беру, 620 тысяч стоит. Так, и там еще один за вот у этого торговца 698 тысяч. Этот заряд на сколько? На 30 дней, короче, еще заряда. Заряд артефакта исчерпан. Почему-то пишет. Здесь заряда осталось на 6 дней, а здесь заряд артефакта исчерпан. Че, он не прокатывает, что ли? Нет, не прокатывает. Буду искать еще. Так, нашел нормальный заряд, ребята. Вот сидит продавец. У нее еще на 25 дней заряда осталось. Вот, короче, беру третий. 600 тысяч стоит. Все собрал, в общем, я 3 заряда, да, того оно мне обошлось 1 800 000. А и вот Везувий тоже по 600 тысяч на 29 дней заряда. Теперь, ребята, отправляюсь на Тунгуску к штопору за моими штанами. Все, я на месте, пацаны. Давайте подходим к штопору. Так. Что взамен предлагаешь? Как насчет брони ШИС? Так, отставить. Не этот диалог. Насчет нашего. Так, дорого берешь. Удачи. Так, что взамен предлагаешь? Насчет бронешиз дорого берешь, показывай товар. Вот. Так. Броник. ПП Витязь. А, так. Тоже надо. Дофига на него делов. Очкарик. Прорезь, штаны. 3 Везувия Альфа надо вот ему. Раз, два, три. Все, поменял, короче, я штаны. Обошлись они мне 1 900 000. Только я встал как вкопанный, короче, у меня перегруз. Давайте попробуем одеть штаны. Все, ребят, я в полном комплекте и ходить, короче, все равно не могу. У меня вообще жесткий перегруз, надо, короче, выкидывать. Давайте выкину патроны. Ага, все, патроны выкинул. Ну, теперь хоть двигаться могу. Так, ладно, все. Все, ребят, теперь у меня полный комплект ШИЗы. Вообще отлично. Ну, такой вот хотел записать видосик по обмену штопора. Всем пока!